написано. Всем привет, с вами канал Артмания и моя семья. Вышли мы на улицу. Так у нас на улице, с другой стороны. Там вот мы с вами были. Пошли мы на рынок сегодня. Хотела купить творог, не нашла. О, Женька, привет! Ну что, ты куда ушел? Да, так мы гуляем. Да, у папы выходной, скажи. 2 дня выходного дали. Ой. Да, какой Дима сладенький мальчик. И мы вышли гулять на рынок. Купили сало, купили. Я буду сало делать. Как он там, не сало называется, а жир, что ли? Сало. Ну, сало, да. 1 килограмм, правда, маленький кусочек. Сейчас мы пойдем гулять. Снега у нас мало. Вот здесь у нас находится садик. Узенькая дорожка, по которой когда-то я ходила на рынок. Тут второй садик. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, куда мы поворачиваем? Здесь всегда очень красиво. Рябинка, смотри, какая же. У них, смотри, грядки там. Они детей, наверное, приучают сажать что-нибудь. Не идет никто. О, какая рябиночка. А там впереди бабушка ползет. Ой, ой, ой. Вот мы с другой стороны. Рядом, да? Здесь сделали площадочку, видимо, заасфальтировали. Было, помнишь, просто палисадник. Тут садики. Зимой очень красиво. Ну и я как-то тут через двор. Когда в ткани вот ходила через двор. Здесь вот дома. Люди. Смотри, оно колючее дерево. Очень красиво тут. Вот. Здесь мы, кстати, с вами были по осени, в конце лета. Вот этот вот лесочек. Дорога. А, грибочек. А, нет, это Женя. Женя, это ты? Точно, я думала, грибочек тут вырос. А, вон там тоже были. Там зимой надо будет пройти уже, когда снега будет побольше, там очень красиво. И снова тут. Красивый. Посмотрите, какой туман. Вообще класс. Дома вообще не видно там выше. Красивый дом. В этом году люди будут встречать Новый год в новых квартирах уже. В прошлом или позапрошлом они получили. Это был благострой. А в этом году. Гуляет? Дима гуляет. Какой мальчик красивый. Туман. Все в тумане. Ничего не видно. Да, чего ты? Устал. Малина тут. Все в тумане.
Купили мы, ходили мы сегодня на рынок. Рынок я засняла вам. За мясом зашли. Так, тут фарш куриный. Нет, для себя. Для YouTube-канала. Вот, фарш купили, не помню здесь сколько. Здесь меньше килограмма. Цену тоже не скажу. Так, на рынке купили сало. Делать будем с вами. Немножечко с мяском, я так люблю. Вот, оно стоило 284 рубля. За килограмм там 300. Здесь как раз, наверное, где-то килограмм. Также купили мясо. По-моему, корейка называется. Оно у нас протекла. Я, наверное, может быть, буженинку буду из него делать. Посмотрим, что с ним там буду делать. Вместе с ним вот заодно куриный фарш купила. Котлетки будут у меня куриные. Купила геркулес. Здесь 400 грамм. 400 грамм геркулеса. 10 рублей. Пятерочки. Вот. И, кстати, сняли мне бонусы по телефону. Там написано 600 бонус, 650, что ли. А сказали якобы 300. Почему-то остальные не снимают, с которой начисляют подарочные. Так, зубная паста 35-36 рублей по акции. Пятерочка. 54 рубля горошек Женя купил. Будем пробовать. Вот. Такой вот. Новый какой-то я не пробовала такой. В баночке. Баночка интересная. Так, сыр. Это у нас в магните. Мягенький, кстати. Так, сыр. 190 рублей. Слойки. С грушей. Хотя я люблю с лимоном. Ну ладно, груша. Не помню, сколько стоит. А, самое главное. Молоко у нас и топленое молоко. Это на йогурт. Это буду я делать йогурт. А вы мне напишите в комментариях, хотите ли вы его, чтобы мы с вами вместе его сделали. А я пока буду одна делать. Без вас. Вот, как раз 8 число сегодня. Молоко. И молоко топленое. Это у меня йогурт, первый рецепт. Так. И Женя купил себе молоко. Какой там процент? 3,2. И вода минеральная. Вот сегодня у нас мясной день. Мяса накупили столько.